Понять, чем хотелось бы заниматься и действовать – главный девиз российской исполнительницы популярных песен Анны Семенович. Артистка встретилась с ребятами из многодетных семей, занимающимися в вокальных кружках, педагогами творческих направлений и руководителями молодежных волонтерских организаций Самарской области. Она рассказала о своем жизненном пути, о том, с какими столкнулась трудностями и как их преодолевала. Успех может прийти к каждому, уверена Анна. Главное не сидеть на одном месте и ставить амбициозные цели. Мы просто должны, я считаю, наша обязанность делиться своим опытом с ребятами, рассказывать о своем пути, что у нас тоже были трудности в жизни, но мы с ними справлялись, чтобы вдохновлять ребят, мотивировать, находить для них важные слова, чтобы они по жизни шли, ничего не боясь, с горящими глазами, чтобы у них все получалось. Встреча с популярной певицей прошла благодаря проекту Общественной палаты Самарской области «Творцы счастья», который реализуется в регионе с 2019 года. Героями встреч за это время стали 5 человек. Каждый на личном примере демонстрирует, что сложные жизненные ситуации преодолимы, делится своим опытом, своими лайфхаками, как разрешить позитивно тот или иной вопрос, чтобы достичь результата. Для того, чтобы встреча прошла максимально безопасно, в окружном доме офицеров организовали зону COVID-free. Я думаю, что дети получают прививку от звездной болезни, потому что в основном разговор идет о трудностях, и это правда, это так и есть, что не все медом намазано, а что действительно составляют действительно серьезные ступени такие трудовой деятельности. Вот. И самое главное, что это позволяет нашим ребятам увидеть, к чему нужно стремиться, что это не просто звезды, которых невозможно потрогать рукой, а что это такие же люди, как и мы с вами. Участники встречи задавали интересующие их вопросы звезде и преподнесли Ане подарки. Она улыбается и просто показывает всем, что она может. И она показывает еще то, что и ты можешь. Вот. Она просто заряжает мир своим позитивом и красотой. Я думаю, что она хочет многим этому тоже научить. Авторы проекта «Творцы счастья» планируют расширять его. По словам организаторов, сейчас у Самарской области есть все возможности мультиплицирования технических специальностей и тех профессий, которые не на слуху, но тем не менее востребованы. Мэри Елчан, Максим Гусев. События.